во дворце спорта «Зарайск» прошли муниципальные этапы соревнований «Веселые старты» среди учащихся 3-х, 4-х и 5-х, 6-х классов. Спортивные состязания, проводимые по инициативе Московской области, давно стали традиционными. Сегодня это хорошая площадка для образовательных учреждений показать уровень преподавательского мастерства, отражающегося на подготовке маленьких спортсменов. Ребята с удовольствием принимают участие во всех этапах соревнований, хорошо понимая, что они защищают интересы своей любимой школы. Азарт соревнований и поддержка зрителей помогли преодолеть трудности. Школьные команды стремились навстречу победе, которая в марте 2018 года даст возможность побороться за звание лучших на областном этапе в Зарайске, как на одной из самых лучших муниципальных спортивных площадок. А возможность выиграть грант на приобретение оборудования опять, как и в предыдущие годы, получили команды лицея номер 5. Именно они стали победителями, и теперь им предстоит защищать честь Зарайска на региональных этапах. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Клан», Зарайское кабельное телевидение.